Жамобай Улу, Нуржигит. Кыргызстан, клуб «Правда». Рост 178 килограмм, вес 61. Рост 178 сантиметров, вес 61 килограмм. Абдулхамидов Азизбек, Узбекистан, 61 килограмм вес, рост 170 килограмм, дата рождения 2001 год, возраст 20 лет. Ну и следующую пару уже просят подготовиться заранее, потому что, чтобы не было задержек, бойцы готовы. Есть бой, есть гон, давайте смотреть. Не идут сразу в бой, пока присматриваются, пока в стойке держат дистанцию. Но с чего-то надо начинать кому-то. Перемещаются по октагону. Первый лоу-кик, и сразу же в партер. Сразу же ныряет в партер бойцы. Синий боец сверху, держит его руки сейчас соперник, чтобы тот не наносил удары. И сразу же замочит ногами. Активнее призывает рефери сейчас участвовать в этой борьбе. Слэм. Пока все так же происходит. Ни ударов, ни пока ничего не видим. Обхватывает ногу красный боец. Обхватывает ногу. Ныряют они сейчас в неопределенную позу. Как-то надо разворачиваться для того, чтобы продолжать бой. И вот отсюда наносит удар синий боец. Отсюда. Ну и это может быть штрафом закончится, потому что хватается ногами за октагон боец. И вот с такого полуразворота пытается синий наносить удар. Не дает ногу, не дает. И, возможно, сейчас попробует на залом ее взять или как? Есть возможность, есть возможность взять на залом, возьмет или нет. Смотрим, смотрим на арбитра, смотрим на рефери. Именно он только может завершить этот бой. Смотрим, смотрим, берет на болевой. Оба берут друг друга на болевой. Выходит из этой позиции и уже красный пытается взять на удушающий. Удар коленом в голову. Разошлись. Сразу же в бой ныряют, сразу же вступают в бой, смотрят друг на друга. Удар коленом вперед и сразу же в партер обратно ныряют. Убирают тренера, убирают. Сейчас тренера нельзя подходить к бойцам, потому что... А бойцы тем временем размениваются ударами. Секунданты, сядьте на место, берите бульбон на себя. Мы сейчас остановим изделие вашего спортсмена. Пока что неопределенная ситуация у бойцов. В замок берет. И удары сверху вниз пошли у красного бойца. У синего. Красный внизу, и здесь слэм. Бросок об пол. И все, удушающий. Вот так это все завершается. Благодарит один боец другого за этот прекрасный бой. Нет, это был не удушающий, это болевой на руку был. Мне показалось, что это удушающий. С этой стороны это было так видно, но это не важно. В любом случае, красный боец побеждает.